Из-за кокаина потеряли свою карьеру. Футболисты, которые употребляли, испалились. Помните, наркотики злой к хорошему не приводят. Бывший лидер ЦСКА Роман Еременко был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина. Доза в организме была очень большая. После этого ЦСКА разорвали с ним контракт. Франческо Флаки был перспективным игроком и очень много забивал, но в 32 года ему снесло крышу и его дисквалифицировали за употребление на 2 года. Но остановиться он не мог и позже снова спалился. Его уже отстранили от игр на 12 лет. Несколько раз госпитализировали с передозировкой, выгоняли из клубов и даже чуть не посадили за хранение наркотиков. Полу Гаскону сильно везло, он ни разу не попался на допинг-контроле. Позже он признался, что перед важными играми употреблял кокаин и запивал 12 бокалами бренди. Сейчас ему 49 лет и он полный банкрот.